конце 70-х годов в театре «Юность» университета была написана внутренним авторским коллективом, была написана сказка о синих джинсах. Сказка была музыкальная, там было огромное количество песен. И вот одна песня моя тоже туда вошла, вступительная, на стихи Гарика Гельфера. Почтеннейшая публика, да будет вам известно, вы помните кибернетики и лотереи спринт. Нас ожидает множество таких вещей чудесных, что сказкой никого уже, увы, не удивишь. Увы, не удивишь. Но все-таки мы вам сейчас покажем забавнейшую сказочку, где будет речь идти о джинсах, о Шекспире, о музыке и даже о том, чего пока еще в продаже не найти. В продаже не найти. В ней 20 персонажей и 40 диалогов, и на 4 акта единственный антракт. Ни вымысла немного, ни умысла немало, а главного героя зовут Иван Дурак. Зовут Иван Дурак. Еще мне есть поэты и добрые советы, а также чернокнижник, купивший «Жигули», ненужные эксцессы, судебные процессы и бедная принцесса в костюме фирмы «Ли». В костюме фирмы «Ли». Скучающие зрители 17-го ряда и строгие ценители из ряда номер 5. Мы бесконечно рады вам и чувствуем, что надо обещанную сказку начинать. Обещанную сказку начинать.